Накануне празднования Дня Благодарения тысячи американцев спешат в свои дома. Однако непрерывные дожди, гололед на дорогах и сильнейшие снегопады на востоке страны существенно помешали их планам. Несмотря на это, пробок на дорогах нет. В Вашингтоне были задержаны лишь несколько поездов. Произошло это из-за большого количества пассажиров на железнодорожных вокзалах. Предполагается, что в предпраздничный день поезда компании Amtrak перевезут более 7 тысяч американцев. Очевидно, что для американской железной дороги он станет одним из самых загруженных дней в году. Пассажиры, вылетающие из Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана, также волновались из-за возможных задержек своих рейсов. По информации сайта FlightAware.com, из-за плохих погодных условий вашингтонские авиадиспетчеры отменили более 230 рейсов. Нынешний День Благодарения совпал с еврейским праздником Ханука, который был установлен в память о возобновлении храмовой службы Маккавеями. Последний раз эти даты совпали в 1888 году. По некоторым подсчетам, в следующий раз подобное повторится лишь через 79 тысяч лет.